добрый день. Сегодня состоится матч чемпионата ДНР по футболу между командами Химки Горловка и командой Беркут Макеевка. Надеюсь, матч будет очень интересный. Наши ребята очень мотивированы. Мотивированы прежде всего вот этими болельщиками, зрителями, которые гонят команду вперед. Сейчас получается как одно целое. Это тренера, судьи, руководство, зрители. И как один мощный локомотив команда идет вперед и добивается победы. Я желаю нашей команде победы и чемпионства в этом чемпионате. Сметает все на пути. Вот так и химик наш в атаку идет. Ребята все как один, и капитан впереди. Свою команду он к победе ведет. Свисток судьи расставил всех по местам, и грянул бой на 90 минут. Вершина славы зовет, наш химик первым дойдет. Удача это награда за труд. Химик вперед! Чемпион верит в тебя, весь город наш. Химик вперед, химик давай. За Крым родной, за Перекоп и за Сильваж. Цвет неба, солнца и зеленой травы дает команде нашей силу свою. Должны мы первыми стать, как боги будем играть. Победу с честью завоюем в бою. И не пугают нас ни травмы, ни боль. За нами Крым, и нам нельзя отступать. Соленый пот нам в глаза, а в них победный огонь. И химик рвется в атаку опять. Химик вперед! Чемпион верит в тебя, весь город наш. Химик вперед, химик давай. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. Химик вперед, химик давай. Чемпион верит в тебя, весь город наш. Химик вперед, химик давай. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. Химик вперед. Чемпион верит в тебя, весь город наш. Химик вперед, химик давай. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. Силу свою должны мы первыми стать, как боги будем играть, победу с честью завоюем в бою. И не пугают нас ни травмы, ни боль. За нами Крым, и нам нельзя отступать. Ну что? Будущие мастера, будем зарабатывать призы. Сейчас Виктор Иванович выйдет с мячом, с воротами, и мы будем зарабатывать прекрасные призы.